У Дніпрі жінка та син побили 56-річну учительку математики. Та нібито цькувала молодшого сина жінки. Ось вона вирішила зі старшим сином піти з'ясувати стосунки з викладачкою. У останній гіпертонічний криз правоохоронці кваліфікували дії нападників як дрібне хуліганство. Ми ж вирішили з'ясувати у містян, як вони ставляться до цієї ситуації та як радять виходити із конфліктів з вчителями. Зараз у них і запитаємо. Всі будуть відповідати за свої вчинки, але треба знати всю ситуацію от і до. І тільки тоді на цю тему щось там розмірковувати. Я дуже негативно відношусь к тому, що це все виглядело агресивно і перейшло в агресію, якщо можна завжди знайти компроміси, договоритися і вирішити питання мирним путем без рукоприкладства. Безобразно. Не можна бити вчителів. Вчитель. Это был образец, это священная корова. К ней никогда никаких претензий. Надо искать другие пути решения вопроса. Буллинг это нехорошо, безусловно, это надо решать. Но бить нет. Мы живем же все-таки в развитом государстве, правда, мы же не в средневековье. Любое насилие не должно быть. Как это побить учительницу? Даже если она 100 раз не права, иди к директору. Рукоприкладство – это не выход. И если действительно кто-то был неправ в данном случае, он должен переосмыслить свое поведение. И если действительно был неправ учитель, значит, руководство школы должно провести с ним беседу. Для этого суд, есть другие способы. Руки поднимать на людей нельзя. Так это возмутительно. Это уже последняя стадия воспитания. Если как это родители, мать, по-моему, я читал, пришла с сыном, который там учился, и побили ее там чуть ли не ногами. Это же вообще, это уже все. Хочется тоже кому-нибудь врезать, если оно неадекватное. Поэтому тут конкретно по ситуации. Я бы не била. Я просто разобраться надо раньше. Ну, у меня таких ситуаций не было. И поговорить. Больше ничего. Учитель – это должность, которая предполагает, конечно же, чтобы человек был адекватный, морально устойчивый, чтобы человек был ответственный и не позволял себе таких действий, которые могли бы спровоцировать негатив как со стороны учеников, так и родителей. Я считаю, что в любом случае, для того мы и люди, чтобы договариваться, чтобы все вопросы разрешать за столом переговоров.